У меня есть двухдневный тренинг, где первый день там вот этот выход эмоций, там все блюют, плачут, орут, короче, ползают, что-то там происходит. Вот это называется выход эмоциональных блоков, да? И уже второй день он такой лайтовый, там медитации, там любовь, обнимашки, там, ну, такое, все вот такое лайтовое. А девочка пришла с запросом таким, всегда, когда она слышит, где было насилие над детьми, она впадала в депрессию прям чуть ли не на неделю, на две. Она не могла выходить из дома, она плакала там, где рыдала. Обед, второй дня тренинга, я вот уже расслабленный, мы сидим, попиваем чаи с тортиками, там все вкусно. Почему? Потому что все приносят. И она вот так сидит и говорит, и вообще этих всех мудаков надо за яйца на площади подвешивать. И вся группа на нее так смотрит. Я говорю, ты это сейчас про кого? Она говорит, ну про этих, которых педофилы, которые детей убивают. И я понимаю, что вот сейчас она меня смотрит, это не она. У нее взгляд пустой. Я ей ложу руку на грудь сюда, я сделаю вдох, она вдыхает, и она начинает видеть прошлую жизнь. Да? То есть она говорит, я вот в концлагере, немецкий концлагерь, она еврейка, и она сходит с грудным ребенком, и она все пытается, и вот, а он орет, платит. И какому-то офицеру не понравилось, что ребенок кричит. Он подошел, его вот так вырвал у нее из рук, и вот за ноги взял и ударил то ли пенек, то ли, ну, короче, размозжил голову, и ребенок умер. Она от этого увиденного сошла с ума, взяла этого ребенка, и вот седая такая, она и вот так ходила, качалась по концлагерю. И все над ней смеялись. И всем было прикольно до тех пор, пока труп ребенка не начал вонять. И в один из дней ее, она когда проходила там, где вот эти закапывали трупы, ее один офицер просто, ну, сбросил туда, и ее живьем закопали. А когда выходит из прошлой жизни, человек должен умереть. То есть, когда он впадает, он, сердце должно остановиться. Я почему не люблю эти процессы? Потому что человек переживает как бы клиническую смерть как будто. У него физически он весь холодеет, дубеет, и останавливается сердце, и потом ты его как бы реанимируешь. И это такой процесс не очень сильно приятный, потому что это высокая степень ответственности. Если честно, мне столько не платят, чтобы я так переживал за человека. Но тогда я был молодой и дурной немного. Она вот дышит, и она, у нее дыхание притихло, грудная клетка перестала двигаться. Она замерла, похолодела, лицо стало бледным, и мне показалось, что она умерла. Я начал ее бить по щекам, думаю, все, надо ее уже реанимировать, выводить. И она делает вот так. И начинает рвать на себе вот так, пытаться рвать себе кожу на лице. И мы вцепились ей в руки, и не можем, и она лицо орет, и вот так. Я начал с нее маску сдирать, я думал, что это маска какая-то лезет социальная. Начал это снимать. А потом ее вот так тряханул, у нее черты лица, знаете, взгляд стеклянный, сумасшедшего человека. А ее еще муж привел на тренинг. Я думаю, вот мужик привел нормальную жену, да, здоровую. И вот, извините, ебнулся человек, как возвращать? Я судорожно вспоминаю, потому что на тот момент у меня такой практики не было, чтобы человек вышел из вот этого прошлой жизни, из состояния, и с таким сумасшедшим взглядом вернулся. Я смотрел и думал, Господи, что же я натворил? А потом я понял, что она еще там. Она еще не умерла в этой яме. И я ей сказал, сделай глубокий вдох, и вот опять ее руку на грудь положил, и она вот так раз, и оказалась в этой яме. Если честно, я не знаю, сколько человек может жить без воздуха, закопанным в земле, но мы ждали минут 5, потому что я думаю, вот ты лучше умри, чем вот сумасшедший вернуться. Вся группа смотрит на меня, думает, я человека убил или что произошло. И в какой-то момент она открывает глаза, и все стали хлопать, ее обнимать. Она чуть поплакала. И с этого момента все, что связано с травмой с детьми, ее больше не интересовали. Она, конечно, сопереживала, но больше она ее не выносила так на неделю, на две, чтобы она была в депрессии. Она говорит, что до этого она проходила все, что было там у психологов, у других. И вот именно вот эта практика ей помогла. Если честно, я бы сказал бы, что это сделал я. Но это был не я, потому что я был просто в этой ситуации проводником. Напиши в комментариях, как ты к этому относишься, к такой истории. Есть ли прошлая жизнь? Переживал ли ты сам подобное? Есть ли у тебя какие-то траблы, которые явно не из этого опыта, который в этой жизни ты проходил? Или ты не проходил его, но ты почему-то знаешь? Как ты относишься к этому? Я жду твоего ответа.